Так, всем доброе утро. И сегодня хотела бы с вами поговорить на такую тему. Пишут мне, одни мне пишут, что картины мои стоят очень дорого, другие пишут копейки. Я вам хочу сказать, у меня реально копеечные цены на картины. Почему? Потому что тот, кто пытается стать художником, знает, сколько стоят все эти краски, холсты, время, электроэнергия. Научиться это, посмотреть какие-то видео, потом попробовать продать, выставлять это везде, тратить на это время, потом покамест ты сконтактируешься с человеком, покамест ты ему отправишь, покамест, и вот это все очень, на самом деле только краски, холсты, кисти, все прибамбасы для художника стоят пипец как дорого. Вот, это даже не 50% стоимости самой картины, поэтому реально я их продаю за бесценок, просто чтобы вот, ну, чтобы я могла хоть что-то заработать, с учетом того, что у меня не имеют пальцы, не имеют руки, я постоянно на химиях, да, лекарства, куча побочек, то, ну, и плюс мне это очень нравится, знаете, когда тебе это очень нравится... Плюс я сейчас участвую в конкурсе международном, это все тоже не бесплатно. Ну, короче, художникам будет очень дорого.